7 и 8 сентября в рамках проекта «Моя Самара» амбассадоры нашего города, владеющие уникальными историческими фактами и наблюдениями, проведут для жителей 14 авторских экскурсий. Так, генеральный директор консалтинговой компании «РЭК» Никита Петухов расскажет об истории уникальных объектов, об их трансформации и становлении за последние 20 лет. Участников ждет прогулка по улицам города, где расположены творческая резиденция 8 студий, креативный кластер «Артист» и центр труда и отдыха «Станкозавод». А на экскурсии, которую проведет ректор Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина, посетителям расскажут о том, каков вклад города в развитие ребенка и почему в школе нужно не только учиться, но и заниматься творчеством. Участники увидят дворец пионеров, площадь Куйбышева, здание филологического факультета педуниверситета. Я буду рассказывать про какие-то интересные объекты, которые как-то участвовали в наших проектах, которые мы реновировали, покупали, сдавали, строили, делали реставрацию, сажали туда каких-то резидентов, арендаторов, придумывали концепцию. И таким образом я хотел бы, чтобы у тех, кто на экскурсию придет, сложилось какое-то свое видение новое про те объекты, мимо которых он ходит каждый день. Моя экскурсия будет по старой части города. Она, конечно, будет связана с теми местами, где я получила свое образование, свои, мои университеты, как говорил Горький. Но это будет в том числе и разговор, а что сегодня мы можем сделать для того, чтобы наши дети были талантливыми, умными, интеллектуальными, спортивными, развитыми. Вот про все про это, про то, чем я люблю заниматься, про образование. Записаться на экскурсии можно до 8 сентября с 10 утра до 20 часов по телефону, указанному на экране, или на сайте городской администрации.